Пулдарулла жин порешредия пулдарулла деще халыхра. Анатолий Рыбкин остаюнерже врендеген тада чыравже. Кирек епе эжеде тёплиде чапла пурнышламахынық нескер, шак конзенже шени книги альбомба палаштарже. Унэже расшири наци книгезен фестивалинже шулдалы книги номинацире мала духма пулдарна. Рыбкин камдезен пурде гаразах унерше дезе гуравлаще. Анчах тавал пожевого тра пече хайла земли жирмага младикен. Шаки нигере Анатолий Петровичен шурал союзни киле аджалах па шамрыклахе тада шивах шинны зем шинчен аса юлюзем. Пурныш пирги шутланан самансем пулдарулых па или месын лаган шутр ленджигезем. Самахпа галаза шидере мини невара художник югер сегдартно. Хам дельмин хамахам вали денебек ширзагунда а кайран кына Ура, Синдзем, искусствоведцем, гуманитарный институт Растеген Синдзем, Галаш, Толику, книгине, давай этого отпардизем. И говорит, ман, а за него пусть раз спать, оглавление до вас спать. И ман, богачок, и все-таки художник, ман, гирейский лет. А за ним Галаш, Изегиль, Нань бор шок санан аза вилизене, сам бек хуттатки земесене вара изе гильдем, сам зене вара вухачебе, тема ба, ергелезе, май-майлы туры. Чуваш книги издатель Свитерышны бе, шах хуттатки земесене жирна аза илюзе, часах книги был задана. Расшири наци книги зень куравинже, аллы иге издатель свахучына. Инде жумерин книги тада дебер ядарлы номинации реде культуры хучына везине видим гюнебе лауреат был задана. Анатолий Петрович Рыбкин, лохане еврей художник, был нумай регион Зенде Слезогурна, Пиренга серия. Тогда нумай ютсер живра, да, следний ютсер жив Зенде Слезогурна. Вся она была, да, вся в дуима была булинде. Пельзе гурза, таннаш тарза, был нумай хутень, яланах, тван ял не тавранать. Тван ял лишне, сюртне, петектендине, юган живне, тогда ты лимле. Илемлице перекатарца барат. Альбома «Юнерши жинден жирны книги мар». «Юнерши книги» дезы каламала палырдашы на хаклаганзем. Анатолий Рыбкин тақшына хыым блокнотенже е үкерджіксін херрине, пушне келеген шуғышсыне, чуне видеген кымыл дөйімне шаржалаза бұрат. Візінжен пуштарынна да шак илемлі книги. Республика Галарым Валезина Костова, Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин.